О том, что павильоны подлежат сносу, собственники знали заранее, получили уведомление еще в мае. Сносить сами отказались. До сегодняшнего дня работали. Так что за демонтаж взялась районная администрация. Эта работа плановая, она ведется на постоянной основе. Предприниматели, у которых истек срок аренды, они его обязаны либо продлить, либо демонтировать и убрать объект. Значит, в этом году демонтировано уже 23 объекта, и планируется еще порядка 50 объектов демонтировать. В Сочи уже несколько лет ведется активная борьба с беспорядочной торговлей. Территории, которые незаконно эксплуатируются предпринимателями, освобождают от ларьков и используют под зеленые зоны и игровые площадки.